значит, комиссия поступила, комиссия разбирается. Я хочу сказать, что мы принципиально неправильно начали решать этот вопрос. Если вопрос доверили Ивану Георгиевичу, никакого хорошего документа из этого не будет. Раз и навсегда вам повторяю. Только, там может быть только закон, связанный с популизмом, а для компании и для населения никакого хорошего документа оттуда не выйдет. Это вы все со мной согласитесь. Значит, вот Иван Георгиевич взял комиссию по СМИ, дописал к себе и начал заниматься. Наблюдательный совет сангажировал его полностью. Почему говорю вам? Значит, как выбрали директора компании? Как выбрали? Человек является руководителем, хозяином другой компании. Как минимум конкурирующий. Взяли, его выбрали, назначили. Это разве справедливо наблюдательный совет выбрал? Несправедливо. Невозможно, такое не допускается. Иван Георгиевич промолчал. Почему промолчал? Потому что ему выгодно. Его сестра председателем наблюдательного совета является. Значит, он разрабатывает документ, в котором мы сейчас, если берем все изменения, рассмотрим, значит, все права даются наблюдательному совету, какие-то еще финансовые средства, но никакой ответственности за это ничего не прописано. Иван Георгиевич, нигде не написано, что вы наблюдательный совет за что будет отвечать. Нигде не написано. Откуда деньги, тоже не написано. Наблюдаю за вами. Я вам хочу сказать, что прекратите здесь делать эти законы все под вас. И под те, кто вас спонсирует. Вы берете деньги за законопроект, за закон, и делаете под того человека, кто вам дал деньги. Если это неправда, если неправда, я готов с вами пройти на детекторе лжи. Я готов. Вот возьмите и пройдите. Я вас обвиняю в том, что вы берете за каждое вот это вот то, что вы здесь делаете, деньги, и здесь открыли себе дополнительный заработок здесь. Мало того, что у вас есть здесь эта самая зарплата, здесь другие телефоны, кабинеты и все. Наблюдательный совет находится в вашем соседнем кабинете от вас. Как это так, значит, в Народном собрании наблюдательный совет?